Режиссер «Огнеупорного» выразил поддержку молящемуся тренеру. Известный сценарист, продюсер и режиссер христианских фильмов Алекс Кендрик выразил поддержку тренеру школьной футбольной команды в штате Вашингтон, который решил молиться, несмотря на запрет школьного начальства, сообщает христианский портал InVictory со ссылкой на Christian Today. Молитва может привести к пробуждению, и тренер Джо Кеннеди из средней школы Бремертона в Вашингтоне молился за своих игроков, начиная с 2008 года. «Наш Конгресс США начинает свои заседания с молитвы, и мы используем нашу защищенную Конституцией свободу вероисповедания, когда молимся. Мы стоим вместе с тренером Джо Кеннеди в его ходатайстве за своих игроков и их оппонентов», – заявил Алекс Кендрик. Молящийся тренер, как теперь его называют в СМИ, никого никогда не принуждал молиться. Просто после игры он сам выходил на поле, а игроки по своему желанию могли присоединиться к нему в молитве. Теперь же тренеру запретили это делать. Более того, ему запретили присоединяться к молитве учеников, если они сами решат помолиться. Активисты подали петицию в страницу Facebook и в поддержку тренера Кеннеди. Франклин Грэм, президент Евангельской ассоциации Билли Грэма, на своей странице в Facebook написал, цитата, «Нам нужно больше мужчин и женщин с дерзновением этого тренера. Христиане должны отстаивать свою веру, если еще есть какая-нибудь надежда на будущее для этой нации». Конец цитаты.